свой блог, который у меня есть, он не связан с дизайном интерьера, но он связан с дизайном, с декорированием. Mm-hmm. То есть вот он висит сейчас, и ничего там не происходит. Как продвигать? Как продвигать? Да. Я почерпнула очень много полезной информации. Конкретно... Продвигать свой сайт – это не задача. Во-первых, конкретно. Я хочу его запустить, наполнить. Mm-hmm. Это первое. То есть копирайтинг, фотографии сделать mm-hmm. нормальные, потому что у меня очень многих вещей нет нормальных фотографий. Mm-hmm. То есть это вот то, что в первую очередь.